Дорогие друзья, приходите, пожалуйста, на лекцию, которую я решил назвать «Новый Франкенштейн. Высокие технологии на службе здоровья». Я хочу рассказать о том, как хай-тек полностью меняет лицо медицины в 21 веке. 21 век уже наступил, и люди печатают на 3D-принтере трахею или печатают челюсть, перепрограммируют раковые клетки, осуществляют что-то вроде генной хирургии для борьбы с опухолями, исследуют поведение отдельных нейронов у людей с разными заболеваниями. Это абсолютно бесконечный поток новостей, в котором я хочу помочь сориентироваться, немножко поговорить о том, как отличать липовые новости от имеющих реально научный вес, и как понять, как скоро какая-то новинка реально окажется частью практики, как это изменит нашу с вами повседневную жизнь.